Всех приветствую, друзья! Небольшое видео, которое в первую очередь направлено на тестирование новой камеры, а во вторую очередь хочу показать, что получилось у меня с небольшим экспериментом. В общем-то, у меня был вот такой... Ну, в смысле, есть вот такой вот ТТ-тестер компонентов. И проблема в том, что я переделал... Давно еще переделал его на вот такой аккумулятор от телефона, но в родной корпус это все влазило очень плохо, а потом выяснилось, что в целом функция энергосбережения, реализованная через вот нажатие этой кнопки, работала крайне скверно. В итоге был напечатан вот такой, половинка вот такого корпуса, в который интегрирован магнитик вот здесь, то есть это все дело можно будет закрепить. Вниз ложится аккумулятор, сверху кладется сам транзистор-тестер, он тут довольно плотно садится. И еще сверху станет вот такая вот крышечка. Она тут немножечко, конечно, получалась не очень распечатана. Изначально была идея здесь как-то зашпаклевать, но... И так сойдет. Ну а вот сюда сбоку встанет кнопочка. Сейчас предлагаю все это дело подсобрать и проверить, как это будет работать. Как-то вот так получается. На данный момент можно проверить, включается это все или нет. Вот оно включается. Все хорошо. Корпус прикрепил на такие вот болтики от жестких дисков. Крайне кайфовая вещь, потому что это именно винтики с широкой такой резьбой. И в пластик они очень замечательно входят. То можно ставить крышку и использовать. Тут еще есть место под защитное стекло, о котором я совсем забыл. Давайте попробуем его вырезать. Как-то вот так получилось. Если вас заинтересовал этот проект, то пишите в комментариях, парочка комментариев, и я переборю свою лень и загружу эти 3D-модели куда-нибудь на Thingiverse и прикреплю ссылочки в комментарии или в описании к видео. Всем большой удачи и пока!